Сюда, сюда, Павел Николаевич! Стой, двери! Стой, двери! Пойдем за встречу! Давайте, давайте, девушки, вперед! Давайте! Бросил ветер под ноги тебе! Большой налог, а бедные не платили его вообще. Мы хотим, чтобы Балакосово монополия на скидки и деньги от продажи легкорабочей продукции поступали в бюджет. А на эти деньги государство сделало то, что написано в Конституции. Дело бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, выплаты в бюджет пенсии, чтобы люди, которые работали всю жизнь на свою страну, жили достойно, чтобы в стране не было бедных. Чтобы молодежь имела первое рабочее место и точно знала, что она может взять беспроцентную суду в банке на покупку жилья. А это жилье у них будет бесплатным, если они родят несколько детей. У нас жесткая программа поддержки территории. Сильная Россия – это не сильный президент. Сильная Россия – это сильные регионы. Это когда местное самоуправление само определяет, что строить, а что не строить на этой земле, на нашей любимой земле. Когда регионы являются сильными, потому что они не получают подачи из Москвы, потому что они сами зарабатывают деньги, и половина этих средств остается в регионе. Мы за то, чтобы развивалась наша промышленность. Не какие-то китайские инвестиции, инвестиции из-за рубежа, а именно наши деньги работали в нашей стране. Чтобы наша страна была богатой, потому что здесь никто ничего не ворует. Где нет коррупции, где милиционеры, где полицейские защищают вас, а не каких-то олигархов.